22 июня в конференц-зале художественно-выставочного центра «Арт-Донбасс» состоялось открытие фотовыставки Дениса Силютина под названием «Пища жизни в лицах», приуроченная ко дню памяти и скорби. Сегодняшний проект вообще посвящен дате, о которой, я думаю, что должно помнить все человечество, потому что 22 июня – это дата, которая, наверное, с рождения у каждого здравомыслящего человека должна отложиться, потому что если мы будем помнить о наших прадедах, дедах, да, которые отдали жизнь, будет жива память ровно столько, сколько мы будем говорить и передавать это по наследству. Фотоработы, представленные на выставке, были отсняты автором в пунктах раздачи бесплатной пищи в охваченном войной Донбассе. Оказывая помощь всем нуждающимся, гуманитарная благотворительная миссия «Пища жизни Донецк» побывала во многих городах и районах нашей республики. Огромному количеству людей была оказана необходимая гуманитарная помощь. Когда 1000 человек, и стол, на котором мы раздаем кашу, он просто ехал на тебя, понимаете? И когда 1000 человек давит на этот стол, и ты не знаешь, как реагировать. У нас человек приезжал в Германию, он даже просто помогать волонтерской этой организации. Просто даже не ожидал такого видеть, что люди могут быть настолько голодны. Он просто в ступоре был, и приходилось просто говорить, кричать, стоять, остановитесь. И останавливали, и просто продолжали раздачу. Это такие основные. Благодарность. Тоже такие вещи, которые очень трепетно воспринимать. В экспозиции представлена настоящая фотолетопись горькой современной истории. На фотографиях запечатлены живые свидетельства действующего фронта доброты, дарящие людям возможность выжить. Репортажные, но при этом художественные кадры родились благодаря меткому глазу и чуткому сердцу фотографа. Для выставки были отобраны лишь 50 снимков, которые будут экспонироваться еще на протяжении недели. Кристина Крымова, Алина Боярская, Новороссия ТВ.